Привет, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на мой канал и на серию War Thunder. Да, как бы это странно не звучало из моих уст, друзья, я честно вам скажу, я очень давно хотел начать записывать War Thunder. Вот, и очень давно хотел начать в нее играть, поэтому я попробую, я надеюсь, что меня все-таки это завлечет, потому что были у меня такие случаи, что я поигрывал, вот. Ну так, как бы не в, как это сказать, не углублялся в это все изучение. Вот. Хорошо, что у меня есть, короче, кореш хороший, который шарит в этом, поэтому он мне посоветовал взять КВ-1Э, на котором мы сегодня будем с вами ездить, и также прокачать экипаж, что мы, собственно, и сделали, да, на всю. Да, поэтому, друзья, сейчас будет буквально первый бой. Я надеюсь, вы сильно ругаться не будете. Я со временем хочу все-таки освоиться, потому что Надо бы освоиться, поэтому мы начинаем, я так понимаю, поиск сессии. Я надеюсь, все будет не очень плохо. Меня сразу не вынесет никто, и все будет очень гладенько и хорошо. Итак, войска двух армий столкнулись в битве за обладание горным перевалом. Окей. Так, надо, знаете, по-моему, сделать потише звук. Ну, мы сейчас это, походу, уже не можем сейчас сделать, да? Тут у нас... Не, это у нас профиль открывается. Ладно, сейчас, короче, загрузится. Я сделаю музыку потише. Опа! Так, в бой! В бой! Значит, на КВшке, да? Все правильно? Все правильно. 9 секунд, друзья. Сейчас надо потерпеть, пока там бомбит. Настройки я вроде все выставил, а вот про звук забыл. Поэтому, друзья, сейчас мы все сделаем. Так, окей, мы появились. Сразу настройки давайте. Звуки. О, громкость где-то вот так. Наверное. Даже надо еще чуть-чуть потише. Так, 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 так. Друзья, ну что, Булкин дорос до танчиков, да, у нас? И, блядь, сейчас. Во, все нормально. Ну что, поехали, да? Прицеливание на shift. Вновь приближение. Окей, сейчас мы будем потихоньку разбираться. Я сейчас случайно своего, по-моему, атаковал. Так, ну что? Так, у нас есть снизу, это, понимаю, снаряды выбирать нужно. Так, что у нас там? Что у нас там по курсу? Ничего нету? Давайте выезжать тогда со всеми, что? Я так понимаю, что... Эх, давай. Ползем. Главное сразу не слиться, друзья, потому что у меня есть такая беда. Я могу сразу пойти на пролом, но нет. Будем действовать тактически. Будем пытаться... Все это. Конечно, я пока не знаю ни терминов никаких. В танках я никогда не разбирался. Поэтому, друзья, все... Ой-ой-ой, там у нас что-то появилось. Что-то у нас там уже где-то вражеский танк появился. Надо вот к нему. Давайте к Фриману попробуем к тому доехать. Потому что он стоит довольно близко. Поэтому, друзья, да, действительно, мы потихонечку, я думаю, освоимся. Ничего сложного, я думаю, в этом нет. Ну как, относительно. Несколько десятков игровых часов, и все будет хорошо, я надеюсь. Так, точка А. Точку А мы сейчас будем захватывать, я так понимаю, потому что она... А, ее захватывают эти. О-о-о. Ну, так, стоп. Команда противника прекратила захват. Нам никого отсюда не видно, потому что они все за камнями стоят. К Фриману мы также ползем. По бокам же никого нет, А вот впереди враги есть. Так, мы это не переедем, я так понимаю, да? Я тебя пробую. Конечно, не переедем. Мы это не переедем. Угу, на танке, да. Я серьезно сейчас почти застрял. Нет, не надо. Так, друзья. Отлично, мы точку А захватываем. Знаете, только единственное, я пока хочу хотя бы одного врага увидеть, хоть выстрелить для... Во. Т-60 вражеский у нас там. Вражеский Т-60, так, окей, давайте мы... Ну, мы, в принципе, на точке А и стоим. Т-34. Я надеюсь, меня не особо видно. О, вон он едет. Нифига себе, пошел. Так, стоять. Вот это прикольно, кстати, система показывает. Мне не попал. Мой первый выстрел. Не попал. Ну ладно, сейчас попробуем что-нибудь. Блин, нашего подбили. Так, друзья. Надо не сливаться. В укрытие идем. Идем в укрытие. Так, с горочки будем атаковать, что ли? А где тут танк его? Что нажмите? F для прерывания. А зачем? Зачем он перезаряжается и так? Зачем прерывать? Так, прикройте меня. Да сейчас прикроем. Подожди. Давай мы выйдем как-нибудь. У нас сейчас дуло будет вверх торчать.
Так. Слушайте, совершенно. Он ползет, надо его как-то выловить. Давайте мы с другой стороны. Давайте мы. О, слушайте, вот так вот. Не, так нет. Захватите сброшенный груз. Где он? Где он? Где он? Где он? Кстати, на точку С надо выдвигаться уже. О, подождите. Не, в горку точно не вариант, поэтому давайте мы. Сейчас. Давайте пока назад. И на точку С поедем заодно. Потому что что, я сейчас могу, конечно, выехать в поле, но смысл от этого какой? Чтобы слиться сразу. Нет, я не думаю, что это хороший вариант. Так, погнали. Давайте. Ну. Ну чё ж ты, давай, ползи. Чтобы защититься. Че? 7 нажал. Воздушное сражение? Что? Я что-то. Друзья, что я сейчас делал? Что? Блять. О, господи. Друзья, что блять, я натворил? А, чтобы попасть. Стреляйте в отметку. А. Знаете, ну как бы все в порядке, но я не летал, черт возьми, ни разу. Вообще. Вообще ни разу не летал, и поэтому это для меня хуже намного, чем, наверное, на танках. И проблема ровно в том, что я... Сейчас, подождите, может быть, как-то нужно... Давайте мы сейчас... Я так понимаю, управление основное, ну, ВСАД, мышкой, только, наверное, не только. Не только мышкой, я серьезно не думал, что я... Ух ты, майнгад! Ты чё? Ты чё делаешь? Так, подождите. Я так не хочу. Что-то, блин, не, ну, надо было, я не думал, что сегодня летать буду, серьезно, друзья, я рассчитывал на танчиках сегодня. Что за... Ну, как сказать? Ой, господи, я, ребят, сейчас немножко... стоп, блин, КВшка моя. Ну, черт возьми, ну ладно, придется, надо было... Там еще Т-34 я мог взять. Я его, черт возьми, еще в исследованиях не открыл. Ай, мне тоже его советовал кореш брать. Ну ладно, возьмем. На чем мы сейчас там? Ай, друзья, я-то думал. Не буду больше эту кнопку нажимать, серьезно. Вот опять. Защитить союзный бомбардировщик. Надо сначала с управлением. Наверное, мы в следующей серии полетаем. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Хотя я могу, в принципе, сам настройки открыть, посмотреть управление, но напишите основное, а то я знаю, там будет замудренное все. Там, не знаю. Какие-нибудь закрылки, не закрылки, хотя, может, такого нету. Просто вот как по-простому, по-колхозному летать, чтобы не париться. Вон Ил-2 летит, фримановский, кстати, с которым мы вместе стояли. Вот что он стоял, он тоже летал. Понятно, я понял. Но я его подвел, походу. Так, друзья, короче, мы сегодня на танчиках будем. И я надеюсь, что... Нам осталось что у нас? Где точка? Б. Б справа, да? Окей. Мы, кстати, выигрываем. Это хорошо. Это реально хорошо. Все, я не воспользовался бомбардировщиком. Подождите, С, Б точка, вон она, да? А почему наши туда не едут? Или они уже там? Подождите, их там серьезно нету. Почему-то все мясо где-то в точке А. Может быть, ее пытаются захватить, но я поеду на Б. Там, ребят, ну это тайм-код. Слушай, мужик, с воздуха на меня не надо. Давайте вы там с самолет. О, нормально, ни в кого не выстрелил толком ни разу. Ну, один выстрел, и миссию выполнил, ребят. Вот это я понимаю, чисто по-профессиональному. Но, ладно, я сейчас надеюсь, что второй бой у нас будет более ожесточенный. А, хорошо. Все, окей, миссия выполнена. Пропустить. Так, КВшка. А, все, она же... Подождите, ее не надо чинить. Ее не надо, по-моему, чинить. Вроде. Авиация. Чем я там? Ну, авиация тут. И 15. Нет, ребят, давайте серьезно. Я только потом. Только как-нибудь потом. Так, подождите. А, у нас КВшка. Т-26. БТ. КВ. КВ тяжелый танк. Это у нас что, легкие танки? Угу. На КВшке, поехали. Давайте еще сыграем, потому что что-то вообще как-то, ну... Чисто так. Случайный бой, захват Польши. Ага, нормально. Нормально. С озером карта. Мне это уже нравится. Это должно быть поинтереснее. Все, друзья, надо сейчас минимум нубства, потому что, ну, вы сами понимаете, надо как-то стараться.
учиться, потому что все не бывает с первого раза, но я должен тоже какие-то свои... Эх, чё, хватит болтать, поехали уже в бой, потому что нас ждет наша команда, и мы сейчас будем штурмовать, я надеюсь. Так, я за кого? Не за синих, за красных. За синих всегда тут, по-моему, да? Красные всегда враги. Поехали, ладно. Или, может быть, я не прав. Погнали! Т-34 одни у нас, да, тут я смотрю. Т-34 42-го года. Да маленький 60-й, не трогайте его. Чё ты его толкнул, беднюську? Не надо, погнали, все. Так, ну что у нас тут в Польше? Как всегда... Курвы, где вы? Давайте мы сейчас нормально разберемся. Атакуем точку А. Хорошо, где у нас точка А? Подожди, где точка А? Где точка А? А, вот, подождите, она пока одна только. Что-то борьба за одну точку. Сейчас красные тоже подтянутся. Кстати, почему они быстрее едут? Может тут есть... Так, подождите. Ну, shift это... Не, тут же нет никакого... Это вам не арма, который на shift ускорение почему-то какого-то хрена. Так, у нас там что уже? Что-то готовится, что ли? Что-то уже я видел... Вон у нас уже. Вон уже кто-то едет, друзья. Давайте встречать его, что ли. У нас вместе с Иван Чоси. Так. Да, блядь, конечно, с таким я... Слушайте, надо как-то... Нет, это совершенно никуда не годится. Там Т-34 еще вон валит. Ой, ёх ты, ёпперсет. Где-то я в разгаре всего. Подождите. Нет, это хрень. Это хрень все. По-моему, мы сейчас... Нам с чуваком будет жопец полный. Это тоже никуда не годится. Совершенно. Ребят, надо вообще учиться. Там где... Как, что... Что, как... Мне кажется, отсюда нас съебывают. Серьезно. По-моему, меня уже попали и... Чувак. Чувак, серьезно. По-моему, это очень плохая идея. Мне вот хочется тот газик вынести, но я... Так, там кто-то его вынес, а вот тот за кустами. Не попал? Слушайте, было бы прикольнее попасть. Поехал, попёр! Засекли его, да? Да черт возьми, да что ж ты будешь делать? Все, взорвали его, все, взорвали. Ладненько. Чё у нас тут? Тут у нас пока кто-то за домом есть. Ну, не за домом, за этим, а вот... Давайте... Пиздец, я, конечно, очень тактичный, ребят. Вылезти в поле. Серьезно. О, здорово. Блять, ты чё так низко-то я... Когда я уже... Бляха-муха. Он уже все. Кого-то... Ох ты, ты чё, черть, а? Откуда стреляешь? С какого района будешь? Бля, это оттуда вообще, ребят. Да ну нахер. Надо валить за дом. Что-то вообще нездравая хрень. Откуда через кусты меня пробивает. Давайте мы... Ух ты, самолет ёбнулся. Почему точка А их, если это мы как бы тут... Почему так происходит, ребята? Я не понимаю. Чё наши ничего не делают? Ну, тут больше, меньше всего я, конечно, что-то делаю. Но... Я как бы первый раз, можно сказать, поэтому... Че, мы точку А встаем? Давайте. Текс. Ага. Тут, в принципе, наших-то... Ой-ой-ой! Блять! Ну что ж я так тороплюсь? Давай-давай, перезаряжайся скорее! Ну давай! Да подожди с этим ремонтом танка, я сейчас его ёбну! Давай! На нахуй! Цель была повреждена. Хорош. Я взорвал, что ли? Я ремонтируюсь. 21 секунду. Давайте. Мы типа реально чинимся сейчас, да? 14 секунд. Я ездить не могу? Да, не могу. Так, хорошо, ладно. Что за... Ты еб... Вот это, ребята, я снял сейчас. Он в дом въебался, но хотел нас расстрелять. Так, ладно. Все, поехали. Мы починились. Слушайте, пока на... Что-то бомбит тут. Ладно, сейчас все будет. Сейчас все будет. Давайте, где там? Пока. Я так не понимаю, мы в точке находимся, но почему-то она и... вроде как их. А, нет, сейчас мы захватываем, да? Для
Переживание. Не надо. Перезаряжайся, перезаряжайся, перезаряжайся. Давай, 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 давай. Все, отлично. Откуда, блядь? Нихрена! Нихрена себе! Т-34, ну давай разворачивайся. Ты чё там, а? Иди сюда. Все, нормально. Блядь, откуда опять? Ух ты! Поворачивай башку, блядь! Ты охренел? На нахуй! Слушайте, фига ему попал нормально огонь. Хранитель плюс 150. Ну так а хули? Я хранитель, конечно. Я его ебанул. Вон он, у меня нормально, фраг засчитали. Ух ты, блядь! Поворачивайся! На нахуй! Попадание! Тихо, тихо, перезаряжаемся. Не стреляй, не стреляй! Через танк давай, ебашь меня, ага. А сейчас я тебе... Ха-ха-ха. А нет, он попал в меня. Он поп... А я тебя тоже сейчас попаду. Блять. Блять. Да ну нахер. Да ну нахер. Валим. Нет. Отстань. Отстань. Помогите. Спасите. Черт возьми. Да нет, не надо, пожалуйста. Не надо меня трогать. Да сзади там стоит этот, ты вынеси ты его. Он заебал, короче. Блин, я вылез просто, ну, нормально. Нормально. Меня, видите, со всех сторон пробили. Бедный мой экипаж. Ой, танк сгорел. Возрождение еще у нас есть. Погнали, на Т-26, я думаю. В принципе, пофиг. Может, сейчас на самолете и психанем, и все. Если там кому поддержка нужна или еще что. Вон, смотрите, опять самолет упал. А что они так любят себе падать? Может, многие тоже летать не умеют? Или это фишка какая-то, я не знаю. Так, о, сейчас мы танк подобьем. Ой, не танк, а этот. Самолет вообще будет нормально. А какой, кстати, снаряд лучше? Это у нас второй. Лучше, хуже. Слушай, у нас там КВ в 1 километре впереди. Я не знаю, я в нее не попаду, конечно. Чисто по приколу. Чисто по при... По приколу. Ага. Ага. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Да-да-да, Санек. О, давайте. А-а! Пофигарили? Слушайте, на самом деле я... Может быть, тут все просто мышкой и все? Попадание? Это мне нравится. Еще попадание? Слушайте, не так, по-моему, все... Это сложно, как я себе представлял. Так, 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 так. На-на... Слушайте, если бы я его сбил. А если бы я его... Черт. Да что ж я такой конченый-то? Где там лечу? Как он так быстро поворачивается, я не понимаю. Плавно. Я как дурак это делаю. Закончились боеприпасы у пушек. Подождите, что делать тогда? Все, 4 секунды. А, вот что, поэтому они падают, наверное. Ебашим. Ну, видите, как бы, боеприпасы, я так понимаю, кончаю. Может, я дебил просто, ну ладно. А, подожди, почему я горю? Я не горю. Это, ну ладно. А, там, за кем, вроде как мы захватываем, но что-то как-то это... По-моему, они захватили, надо, по-моему, им помогать. Потому что мне это не нравится. Ой, друзья, друзья, слушайте, на самом деле очень кайфово. Если вот разобраться во всем этом со временем, это будет вообще супер. Потому что, в принципе, ничего здесь такого сверхсложного реально нет. Нужно как-то просто... Ну, я думаю, что со временем все это. Так, ладно, ебашим забор. И, собственно... Собственно... Идем потихонечку сюда. Где там у нас... Где кто? Кто где? Кто где? Тут никого, да? Ну почему-то точка А красным горит. Значит, они где-то тут что-то контролят, да? Или еще? Или наоборот, мы у них сейчас забираем. Нет, что-то я не, вот этого не врубился. Так, чтобы защитить союзные бомбардиры. Да я не хочу, наверное, нет. Вдруг я что-то неправильно понимаю. Огонь артиллерии. Так. Ладно, давайте сюда. Значит, что ж мы делаем? Что ж мы делаем теперь? Где у нас враги? Они у нас слева подходили к нам. Так, по прямой. Что за... Ты что, охерел?
Оставь его. Спасибо. Спасибо. Один выстрел. Ой, отличный просто танк. Мне кажется, на нем вообще даже смысла нет, на этой пиздятине ездить. Я в него два раза, да, попал. Выстрел. БТ остался. Погнали, что на БТ. Ой, что могу сказать еще? Понимаете, да? Что-то вообще у него мощности нифига нет. О, это такой шустрый танк-то. Такой шустренький малый. Сколько мы едем? 40 кило... Слушайте, вот это да, нормальная тема. А он чем стреляет у нас? Да хотя не все. Слушайте, а тот кто-то перезаряжался. Фига он наваливает-то. 50 километров в час. Слушайте, вот это нормально. Но с управлением у него какие-то траблы, по-моему. Так. Ну что там у нас? Давайте все туда на точку. Чё? Гоним. Чё-чё-чё там? Чё-чё-чё? Чё-чё-чё? Там Т-34 стоит. А если я их обойду? С такой скоростью, мне кажется, вообще похуй. Так. Если я сделаю как-нибудь по-хитрому. Чё, если вот так вот? Или я дурачок? Слушайте, во-первых, дрифт заслуживает лойсика. Получи. И еще давай. И еще. Ну давай, давай, крошим. Куда ему лучше, чтобы попадать? Плюс 24. Ой, он повернул спаун. Не попал. Цель не была повреждена. Господи, я такой ну. Ха-ха-ха. Слушайте, а сколько у него? Почему я один захватываю, а? Вы понимаете, что... А чё, почему никто так не сделал, как я? Цель не была повреждена. Вот говно. Захватил я цель! Ебать, а чё я творю-то тут? Это свой? Красавчик, чувак! Пятюню давай! А чё... Так, привет! Пока! Не толкай! Да какого хуя? Это меня этот толкнул, потому что... Все, его взорвали, но, блин, это был не я, к сожалению. Слушайте, мы так мы захватили или нет с ним? Да, захватили. А почему? Где все наши-то? Че, сколько нас? Подождите, я на каком-то месте еще? О, май гад, я что-то делаю прогресс, по-моему, даже. Так, ребят. Ай! Не надо, с воздуха что-то... Ой, бомбит. Так, все, ребят, держим. А че все стоят? Я-то думал, может, какая-то тут фишка. Нет, оказывается, наши там стоят. А мы точки-то, это... Так бы сейчас просрали. Может, сейчас вытащим? Ребят, напишите в комментариях, я прав или нет? Булкин сзади, все вроде бы. Все чисто, давайте все набрасывайте. Так давайте, да, Т-34. Я один на этом говне пошел против Т-34. И никто не мог его объехать, что ли? Я не понимаю. Давайте починимся, что ли? Здесь не может быть не очень вовремя. Артиллерия... Откуда будут идти враги-то? Так, стоп. Вон враг. За этим... Не за этим домом, но где-то тут. Давайте все в точке стоим и обороняемся, пацаны. Потому что, я так понимаю, если... Серьезно, что ли? Если бы я сейчас не... Блять! Ничего никто не прикрывает. Откуда это? Откуда ебанули? Вон танк едет. Так, 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 стопэ, стопэ. Где встать-то лучше? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть надо... Ой-ой-ой! Да ну нахер, да ну нахер. Валим за дом быстрее. Еще чуть-чуть осталось. Нет, сука, не успел. Ну давайте, пацаны, чуть-чуть осталось. Дожмите, вон, капелька, давайте. Ну должны сейчас вытащить. Просто должны вытащить. Ну неужели я просто так старался? Так, все? Все, красавцы, просто молодцы. По-моему, мы затащили. Ребят, либо я ну, по-моему, вроде все понял, правильно? Фух. Ну, я считаю, что мы неплохо сегодня, особенно вот сейчас под конец, мне просто очень сильно понравилось, на самом деле. Если, опять же, все я правильно понял. Так, что, выберите нужную модификацию. Горизонтальный привод. Купить. А я не знаю, нет, потом с этим разберусь. Короче, друзья, мне лично очень понравилось, вообще под конец было просто экшоново. Кто тоже так же считает, ставьте обязательно лойсик. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Булкин, до новых встреч. Всем удачи и всем пока.